струна. Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе, сделаем это душевно, сделаем это под музыку. Сегодня помогает Юлия Степанова, 100 лет не виделись. Привет, здравствуй, Бим. Отличный цвет волос, прекрасный загар, замечательно. Слушай, ну взаимно, как да? В зеркало, смотрю в тебя, как в зеркало. Давай лучше смотреть в одну сторону, а у нас сегодня одна на нашего гостя прекрасного. В гостях, в живой струне, музыкант, композитор, певец, артистище, человечище Андрей Косинский. Привет, Андрей. Здравствуйте, дорогие друзья, очень приятно в вашей компании находиться. Я уже чувствую. Да, мы уже вот в последние полчаса так много обо всем говорили, я так думаю, может, помолчим часок, а? Потому что... Ну да, не выговориться бы. Да. Очень много, ну, не так, чтобы очень, но кое-что есть чем похвастаться, на это у нас впереди час. Ты сегодня один, без ансамбля, так непривычно тебе. Непривычно, да. И тебе самому, наверное, непривычно, да? Потому что как-то, во-первых, куда девать руки? Да, куда девать руки, и гитара нужно, чтобы слова не забыть. Ну, или хотя бы клавиши так. Что-то должно быть. Ну, ничего, я думаю. Ну, кстати, это впервые ты вот один, без ансамбля. Ну, и ничего страшного, и всякое бывает. А потому что... А есть на то причина. Потому что далее Андрей едет на отдых. В Казань, да. И зачем нам ансамбль? Им одиноко будет возвращаться обратно в Петербург. Отсюда сразу прямым ходом в Казань. Об этом тоже чуть-чуть попозже. А сейчас начнем. Диванчик плюш. Да. Пять минут ходьбы от остановки, вдали от шумных улиц спальный твой район. Живешь ты скромно в однокомнатной хрущевке. Диванчик, плюш, балкон и радио шансон. Здесь так привычно, так беззвучно и тревожно. И тихо старенький звучит магнитофон. Твоя квартирка в сумасшедшем мире остров. Диванчик, плюш, балкон и радио шансон. Цветет герань на окнах старенькой хрущевки. Тенистый дворик шелестит листвою клен. Все говорят мне, что устроился я ловко. Диванчик, плюш, балкон и радио шансон. Диванчик, плюш, балкон и радио шансон. Сюда бегу я от тревог и невезенья. Пускаю в сердце старомодный сладкий сон. Остановись, мое прекрасное мгновенье. Диванчик, плюш, балкон и радио шансон. Цветет герань на окнах старенькой хрущевки. Тенистый дворик шелестит листвою клен. Все говорят мне, что устроился я ловко. Диванчик, плюш, балкон и радио шансон. Диванчик, плюш, балкон и радио шансон. Шелестит листвою клен. Все говорят мне, что устроился я ловко. Диванчик, плюш, балкон и радио шансон. Диванчик, плюш, балкон и радио шансон.
диванчик, плюш, балкон и радио шансон. Живая струна. Живая струна, живая струна. Андрей Косинский сегодня в программе дарит нам свое живое, настоящее, единственное, неповторимое выступление. Слушай, какая правильная песня. Я предлагаю, надо поговорить с главным редактором нашим, да? А поговорить? Чтобы этой песней в полночь она звучала на волне. И в 6 утра. Начало каждого часа. Девушки, дорогие, я как... Это ж прямо настроение. Да, у меня джентльменский набор, как положено. Я приехал из Петербурга и хочу вам преподнести вашей и редакции, и радио Шансон конфетки питерские от фабрики Крупской. Называется она «Царская лакомка». Да? Какая импровизация! Какая импровизация! Спасибо большое. Невские звезды! Это чудо. Кстати, завтра в Петербурге, точнее, сегодня уже ночью, алые паруса. Сейчас красота там вообще. Вообще. Ну, тогда продолжаем показывать, да? Да-да-да. Вот альбомчик новенький. Называется Little Beetle. My Little Beetle. Мой маленький таракашка. Да. Мой маленький жучара. Потом споем ее потом. Да-да-да. Будет с этого альбома и три песни, да? Третья. Сегодня? А, третья песня. Да. Хорошо. Да, точно, она так и будет называться. My Little Beetle, да. А между прочим, для особо одаренных, кто может нас не только слушать, но и смотреть, вот этот вот прекрасный альбом, он будет на радио «Шансон» разыгрываться, но не в живой струне. Есть такая программа, как «Полезное время». Поэтому какой-то из программ, слушайте, будет обязательно разыгрываться. Какой-то будет незатейливый вопрос. И за ваш 777-й дозвонившийся получит этот альбом. С незатейливым ответом. Да-да, с незатейливым ответом. Набор для счастья. Да. Диванчик плюш, балкон и радио «Шансон». Вообще просто. Мама, ты была права. Я хочу сказать два слова. Про эту песню? В 95-м году была программа у Ксюши. Да, был такой. И вот эта песня премьерно прозвучала там. Сейчас это уже переделанная версия, но это песня вот нашего знакомства того давнего. Да ладно? Да. Ну-ка, я сейчас достану платок носовой, сейчас как слеза брызнет. Ну, поехали. Мама, ты была права, я не шел по жизни прямо, следом летела молва, слова да слова. Сколько брошено слов было, мама. Мама, ты была права, я так много ошибался. Были дела и восторг, и хула. Но всегда я собой оставался. Прости, что не выпало стать таким, каким видеть мечтала. Но постараюсь. Прости, что не стал я сильней. Прости, что не стал я добрее. Жизнь оказалась сложней. Боль оказалась больнее. Мама, ты была права. Ты добру меня убила. Настала пора. Время быстро меня изменило. Мама, ты была права. Может, проще по течению было мне плыть, но я выбрал ветра.
ведь иначе я жить не умею. Порвал прям. Ну вот прямо... Очень тяжело. Вообще. Еще родительская суббота недавно была. Вообще. Катарсис это называется. Да. Так, ну что, переходим к новой песне с одноименного альбома. Я только сейчас заметила, что это маленький жук, там машинка жук, жук, жук. Да, я на Авито нашел специально, чтобы альбом оформить. Да, да, да. Ну давай поем. Поем. Минут пешком, там в 72-м, в доме за углом, у друга фирменный альбом. Промотав урок, чтобы послушать рок, ты идешь, брюки клёш, и такой весь битловый. Метрополитен, стильный пиджак кремплен, планов на 100 лет, а денег не было и нет. Беднота не грех, 70-х тех, ты идешь, брюки клёш, и такой весь битловый. From me to you,
слышать рок, и ты идешь, брюки кляш, и такой весь битловый. Кому-кому, кому-кому, и в каком краю. Песни новые поет наш.
наша музыка осталась на виниловой пластинке, и мне не на чем послушать даже изредка ее. Наша Мишель, my bell, пластинке, и мне не на чем послушать даже изредка ее. И мне не на чем послушать даже изредка ее. И мне не на чем послушать даже изредка ее. Живая страна. Невероятный Андрей Косинский в программе «Живая струна». Коленца выкидывал, да, Юлечка? Коленца, да. Какой-то пластичный какой, вообще. Какой-то новогодний огонек на Шаболовке. Ну, это серьезно, вообще класс. Какой ты разный. Ну, музыкальные картинки. Да. Вот поэтому немножко трудно собрать публику в зале. Непонятно людям, на что идти. И как одеваться, вот еще. На Битлз, на ретро, или на регги, или на фанк, непонятно. Но я композитор, поэтому я вот делаю это с большим удовольствием. Мне все нравится. Обалдеть. А вот насчет, просто была у нас там пауза, так скажем, рекламная. Я по поводу хочу вернуться к Little... Little Beatle. Это ж вообще... И ты сказал, что весь альбом такой? Да, я записал все на, сам на всех инструментах. Там играют Хофнер, бас, как у Маккартни, всякие гитары с датчиками правильными, P90, там всякие. Вурлицер, электропиано 70-х годов. Обалдеть. То есть такая пластинка с любовью сделана. Обалдеть. Давно хотел. Да? А получилось так, что началась пандемия, и я, когда переходил на новый компьютер, сохранял папки. И одна из папок была «Идеи», которые наговорены на диктофон, там на всякие «В пути», там что-то записано на обрывках, сфотографировано что-то. И вот из этого сделал альбомчик вот такой. Но первый признак хита, это ты заметил, я на втором же припеве уже пела вместе с тобой. Это самое главное, да, что да. Когда уже вот, первый раз я слышала песню и уже подпевала. Ну просто from me to you, это же не только со мной. Все равно. Ну, замечательно. Эрик Ширяев написал такие. Супер, просто супер. Так, летние концерты, надо поговорить. Летние концерты, море, пляж, красота. Где? Лунная дорожка. Вот лунная дорожка. Да. Летние концерты у меня 22 числа в Екатерининском собрании в Санкт-Петербурге, сольный концерт. 22 июля. Июля, да, пардон. Да. Вот. Ну и впереди там большой с эстрадо-симфоническим оркестром 9 ноября в Колизее. Тоже в Питере. Это в Петербурге. Да. Хороший зал. Счастливые жители. Я позавчера был в этом зале на Алексея Глызина. Чудесный зал, акустика, там все, что надо. Для того, чтобы сыграть с эстрадно-симфоническим оркестром. Два отделения. Колизей. Это, по-моему, кинотеатр бывший. Это не с оркестровой ямой такой? Нет, это на Невском проспекте, недалеко от площади Восстания. Прямо туристические тропы. Все, что надо. Да. Так вот, мне кажется, я там играла, и там была очень плохая, или я путаюсь с чем-то другим, Колизей, по-моему. В подворотню туда заходишь, нет? И да, в вот, подворотне. И вон там в глубине. И там, я помню, мы играли энтреприза. Да, но там ямы нет. Там вот прямо такой, как Колизей. Да? Да. Мне показалось, что там очень плохая слышимость была, там первый ряд очень далеко. Может быть, это что-то другое было. Ну, не знаю. У музыки свои законы, у нас у разговорщиков свои, разговорного жанра. Так, какая-то очень знакомая сейчас песня будет, городок. Да, которая известна слушателям радио «Шансон» в моем исполнении в дуэте с Татьяной Булановой. Замечательной нашей петербурженкой. Да. Уникальной, доброй девушкой. Давайте поздравим ее еще раз с бракосочетанием. Да. С открытием бизнеса в хорошем месте. Да. Все такое. Да, да, да. Танечка, мы тебя любим. Да. И но, привет тебе передаю я. Петь сегодня он будет без тебя. Без тебя. Без тебя. Городок около моря. Где-то там, на краю земли, словно мираж далеко вдали, городок около моря. Все за нас с тобой в городке около моря. Но наша встреча — это только мираж. Летний недолгий праздник наш.
прощание тебе сказал. Нет грустней этих историй. Но наша встреча — это только мираж. Летний недолгий праздник наш. Каждый день в тайный час будут звезды над морем грустить лишь о нас. Чаечку дали, чаечку. Я альбатроса дала. Я дала стрижа, короче. Андрей Косинский, программа «Живая страна», только что к нам присоединились. Слушайте нас, смотрите, у нас здесь хорошо, весело. Что еще нужно в пятницу вечером? Такое прекрасное настроение. Впереди выходные, впереди его... Чудно. Впереди выпускные вечера. Что такое? Может, такая у нас программа на омоложение идет? Как-то так. Я вообще не понимаю, вот как могли такого человека в голосе 60+ вообще срезать? Это, я вообще не знаю, это как бездуховность какая-то, да? Ну, так бывает. Нет, я вообще не понимаю. Так было надо. Это просто какое-то отдельное шоу надо делать. Нет, ну просто, ну это... Для вас. Нет, у меня чудесный свой сольный концерт. Пожалуйста, приглашайте, я с удовольствием зажгу с ребятами. А ты выступаешь без... То есть это только сегодня такое исключение? Или у тебя бывает так, что... Исключение сегодня, потому что только что я закончил как руководитель масштабнейший просто проект. Я вот хотела сейчас 8, о нем спросить. Да, 8 городов России и Беларуси при поддержке президентского фонда культурных инициатив мы прокатили оркестр имени Батхина в честь столетия дирижера Анатолия Семеновича Батхина, создателя этого. Я очень сильно устал, и в голову ничего не лезет после этого, и репетировать не хочется. Ну да. А так, я выжат просто как лимон после еще ни одной мелодии. Ну, сейчас поедешь, ты прямо отдыхать в Казань? Я прямо в Казань на рыбалку. Прям на рыбалку, да. Никаких песен, никаких вообще. Боже упаси, никакого кастрика, никаких комариков, ничего. Ничего. На недельку до второго. А, и еще вот у тебя какой-то фестиваль «Музыка верит в лучшее». Вот это он как раз... А это вот он, да, и есть. Он и назывался «Музыка верит в лучшее». Вот этот самый фестиваль, который прошел. Ну да, ну хорошо. Ну название какое, да? Хочется даже свой концерт так назвать. Ну, «Музыка да. верит в лучшее». Ну да, так и есть, так и есть. Да. Хорошо, едем дальше. «Ветер-скрипач». «Ветер-скрипач» — это песня, которая в исполнении Валерия Яковлевича Леонтьева получила замечательную песню года, одну из песен года, одну из статуэток, которые у меня есть в моем арсенале. Я с удовольствием эту песню тоже сам пою, что я и сделаю сейчас. Композиторское пение. «Ветер-скрипач». Да. Лет ему не плачь, но с рассветом в небо голубое, ветер, как оборванный скрип.
скрипач. Уходил обиженный тобою, он над нами звезды погасил и листву с деревьев обрывая в одиноком сердце уносил. Музыку потерянного рая. За что ты обидела ветер? Он пел нам о ветреном лете, лете пьяном, как вино. Просил у скиталицы скрипка одной твоей милой улыбки, но закрыла ты окно. Но закрыла ты окно. Ты не любишь ветреных ночей и гостей случайных у порога. А бродяга ветер, он ничей. Он твоим хотел побыть немного и скитаясь вольный. Тебя, наверно, вспоминает и в осеннем небе над землей. Музыку дождливую играет. За что ты обидела ветер? Он пел нам о ветреном лете, лете пьяном, как вино. Просила скиталица скрипка одной твоей милой улыбки, но закрыла ты окно. Но закрыла ты окно. Андрей Косинский, музыкант, композитор, певец, артист, человек, пароход. Сегодня в живой струне. Слушай, вот прям чувствуется, вот в самом хорошем. Я очень люблю эстраду. Такая крепкая школа эстрадная. Вот да. Это сейчас очень большая редкость. Ну, просто раньше писали, раньше музыку придумывали на слова и слова на музыку. Вот, а сейчас как? Ну, то есть клали музыку на слова, а сейчас кладут на музыку и на слова. Ну, это я шутку слышала. Эту шутку я слышал. Нет, ну, действительно, вот это вот крепкое эстрадное. Да. Но это регги. Но в общем и целом, да. Это как минимум Сюзанна, как минимум, да. Такой какой-то молодой. Тебе же лет 64, 66. 66! Обалдеть! Обалдеть! Такой дед дома когда, да? Вот-вот праздник-то, да? Класс! Выглядишь совершенно суперенно, хотя я понимаю, что... Стараюсь. Для мужчин. А хотя вот я, кстати, чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что для мужчин это даже важнее, чем для женщин. Знаешь, вот с возрастом мужчины очень особенно артисты, очень щепетильные, что вот не дай бог морщин, не дай бог да. Что-то лишний килограммчик. Как Агутин... Мы-то как-то попроще. Агутин сказал мне, я сколько тебя знаю, ты делаешь все, чтобы выглядеть плохо. Да. Ну, нет, ну, что еще может быть? Бог дал профессию.
Бог любимое дело. Любимое хобби – это профессия. Ну что? Вообще, грех жалов. И чем бы ни занимался, шансон ли это, там, эстрадно-симфоническая музыка, мюзикл или там и так далее. Это все называется вот Божий промысел. Все равно ты занимаешься любимым делом. Не важно что, важно как. Самое главное, вот когда тоже спрашивают, вот что вы там на лицо кладете, еще ребята говорят, любимое дело, вот это самое главное, все остальное. Радость жизни. Да, да, и позитивчик, да, Юль? Конечно. Позитивчик. Я живу вообще, я живу, вот мама меня научила, говорит, сынок, надо жить по принципу, если плохо, все равно хорошо. Да. Вот и все. Да, да. Ну вот он, момент-то истинный. Всем приготовиться. Посвящается всем людям, которые не выговаривают ряд алфавита, но остаются при этом большими друзьями, любимыми, насмерть вообще просто, которые продолжают работать на радио. Которые продолжают работать на радио, на телевидении, да, и поют же, поют. Да, потому что главное настроение. Конечно. Моя Вологда. Как у Бобби Макферрина. Алкоголика Валенка, нетленка и какой-то трудоголик Толик. На чистике просидели две недели где-то там у моря. Вот тумора, труба, тромбон, гитара, бас и краснодарский ганчубас. Хотели что-то было записать, да только вот беда, та-та-та-та-та. Маленький цифровой ревербератор с регулятором уровня волюме реверберировал, реверберировал, да не выреверберировал. Маленький цифровой ревербератор с регулятором уровня волюме реверберировал, реверберировал, да не выреверберировал. Продюсер на Крайслере на навороченной телеге. Ребята, ну что вы играете? Ведь это не гокингол, а гэги. Ведь говорят, артист кошер не выговаривала букву «Р» и все поет, но юбилит, и ей по барабану. С регулятором волюме. Ва-ва. Да-да. Да не выреверберировал. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Маленький цифровой ревербератор с регулятором уровня волюме реверберировал, реверберировал. Да не выреверберировал. Вот и не надо нам париться по поводу дефектов речи. Душою поет великий шансонье, жена, жена, какая встреча. И в этом он просто лучший. А сколько гениев вокруг нам произносят слово «друг» с веселой, доброй, ласковой, наивною пружинкою. Тра-ля-ля-ля. Реверберировал, реверберировал, да не выреверберировал. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Маленький цифровой ревербератор с регулятором уровня волюме реверберировал,
реверберировал. Да не выверберировал. Живая страна. Андрей Косинский, если вы только что к нам присоединились, прекрасно. Прям в самую изюминку прекрасно попали. Но я хочу тебе сказать, Андрюша, это, пожалуй, единственная песня, которую кроме тебя-то никто и не споет. Да, ну, целый зал. Все, кто ходит на банк-концерт, они ждут ее. Да, это понятно, что так-так-там хором. Я имею в виду, что вот так вот вышел человек. Во-первых, она очень актерская, очень личностная. Да, да. А во-вторых, не каждый вот это все выговорит. Я за себя не ручаюсь на самом деле. Да. Несмотря на то, что имею большую практику работы на радио и так далее. Это любят ее, да. Ну, вот еще пока я ее... Уж точно перед этой песней ты не выпьешь, да. Ей много лет уже, да, но, к сожалению, я ее пока так и не издал, например, как сингл. То есть ее не очень знают. Пусть всегда будет сюрприз, приятная неожиданность. А так-то ее заездят клячу, и все, потом выйдешь на концерт. О, это мы знаем, нет, а вот тут-то как оно, а? Ну что же, в этом месте я обычно прощаюсь на неделю до следующей... Пятница, следующая пятница. Команда мечты «Живой струны» будет закрывать сезон и уходить в отпуск ненадолго. Реверберировать. Да-да-да. О, получается же. Мы тренированы. Готовилась. Ну, разумеется, желаю вам хороших всем выходных. Встретимся в следующую пятницу. Ну, а сейчас еще одна песня. Я от себя желаю вообще всем вам много света, чтобы вас окружали самые замечательные люди. И от этого будет счастье и большая любовь. Песня — это любовь. Сразу он поймет.